друзья, мы рады вас приветствовать в музее-заповеднике Костромская Слобода. Приглашаем всех подойти сюда, к нашей сцене, ближе. Забирайте ваших летающих змеек, девчонки, мальчишки, взрослые, и подходите ближе к сцене. Мы хотим увидеть, во-первых, ваших участников, то есть, в первую очередь, летающих змеек. Ну, а также хотим начать нашу программу. Вы не против? Не слышу, против или нет? Тогда подходите ближе, ждем, считаем от 5 до 1, ну и надеемся, что когда мы скажем 1, вы все придете сюда к нам. Друзья, также хотим посмотреть парад наших змеев, кто будет сегодня участвовать в нашем конкурсе. Поэтому нам нужны не только девчонки, мальчишки и взрослые, но также и ваши летающие объекты. Итак, друзья, 5, 4, 3. Умеете считать? Помогайте мне. 2 и... Ну, все уже должны были собраться у нашей сцены. Друзья, а пока мы все-таки собираемся, наш праздник открывает солист мастерской пения «Музыкальная шкатулка» Александр Полюшкевич. Он споет вам про чудеса, а вот руководит этой студией мастерской пения почетный работник образования Российской Федерации Ольга Александровна Романчук. Ну что, друзья, поаплодируем, можно потопать ногами, у кого заняты руки. Александр, ждем тебя здесь. И, конечно же, с песней. Друзья, не стойте просто так равнодушно на месте, можно хлопать, топать ногами, ну и, конечно, пританцовывать. Ну, а Саша уже запевает. Ваши аплодисменты еще раз. Мальчишкам надо верить чудеса, мечтать об океанах и морях, о белоснежных парусах, что над волной парят. Чудеса, как краса, серебристые капли. Чудеса, небеса, улетают не капли и кружат. Аплодисменты громче! Чудеса, небеса, улетайте так ли и кружат над тобой, и зовут за собой, за мечтой. Чудеса, танцы, серебристые капли. Чудеса, небеса, чтобы они полетели, нужно сказать необыкновенные слова. Запомните их, они нам пригодятся еще для фестиваля. 1, 2, 3, лети. Запомнили? Тогда все вместе. 1, 2, 3, лети! Отпускаем шары, отпускаем, 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 отпускаем. Отпускаем веревочки, отпускаем, 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 отпускаем. Оу, шары полетели в небо, наш фестиваль открыт. Так, березы.
Нет, березы. Так, все нормально, все почти улетели. Дорогие друзья, фестиваль воздушных змей в «Пестрое небо» проходит на территории музея уже в четвертый раз и приурочен к Международному дню защиты детей. Спасибо, Маргарита. Спроси меня, я отвечу, как зовут меня Иванов. За Донскую отвечу сечу и за яблони русских садов. Я наградами жизни тешу и дороги, и бой. Yeah.
друзья, а мы уже готовы к следующему запуску. И мы одновременно все вместе друг за другом. А педагогический отряд товарищ уже заряжается у нас к сцене. Итак, готовы? Еще не размотали? Мы ждем вас, друзья. Так, дети, взрослые, мамы, папы. Ой, я видел прекрасного змея, сделанного из газеты. Так, по старинке, помните? Мама, папа, в детстве мы делали таких змеек из дранки и из газетных страниц. Вот сегодня у нас такой змей где-то здесь летал, но почему-то не участвовал в нашем состязании. Не знаю почему. Ну, хозяевам виднее. Если все готовы, да-да-да, мне нравится ваш змей, подходите сюда к нам. Все готовы? Участники готовы к массовому запуску? Зрители готовы? Тогда остается всего лишь ждать команды. Итак, все вместе. Раз, два, три, лети! Вот оно, пестрое небо над Костромской слободой. Ну что, друзья, а мы приглашаем всех-всех-всех участников, да, приглашаем всех участников вновь к сцене. Каждому участнику вручается сахарный, вкусный, сладкий петушок на палочке.